кажется, главная проблема нашей власти заключается в том, что она пытается решать не причины протеста, а пытается бороться с протестующими. Когда вы боретесь не с причиной, а со следствием, вы усугубляете причины, вы делаете людей еще злее, еще агрессивнее, и вы на самом деле провоцируете просто гражданскую конфронтацию. Властям кажется, что, проводя такую жесткую линию в отношении протестующих, они таким образом решают проблему. На самом деле они загоняют проблему вглубь, в конце концов она взорвется еще с большей силой. Это большая ошибка. Я надеюсь, что в конце концов люди в правительстве одумаются и попытаются найти какой-то компромисс, наладить диалог с той частью общества, которая не согласна с существующим положением вещей.